Вадим Казаков, так сказать, автор и создатель. Вот. Там постоянно вы можете увидеть, что происходит, ну, как сказать, на какой стадии вообще развития сам фестиваль находится. И также я хочу повториться о том, что, ну, или акцентировать внимание, то, что вот как бы идеи делать фестиваль, ее изначально не было. Оно родило, это, скажем, просто сообщество людей, которое вот решило что-либо создавать, вот, оно было очень маленькое, там, это всего 2 человека, которое потом превратилось там, в 10 человек, и сейчас вот это огромная большая машина, что иногда просто мне кажется, что если я остановлюсь, то оно меня накроет, вот это все, оно уже катится само, вот, и тяжело, конечно, по ходу учиться многим вещам, даже вот маркетинг, менеджмент, вот, наверное, появление Ярослава, оно как бы тоже вовремя. Все происходит ко времени. Ну, я, если можно, просто вам на своем личном примере отвечу на ваш вопрос про фиксацию искусства. Смотрите, вот у меня много будет проявлений в рамках этого фестиваля. Я некоторые из них только сейчас в программе читаю, что я, оказывается, еще и в поэтическом блоке буду читать. Ну, в общем, окей, узнал, буду. Но для меня там вот самое яркое, самое интересное проявление — это ночью с субботы на воскресенье будет первая публичная презентация моей второй книги «Полночь» в формате моноспектакля. А теперь внимание, объясняю. Книга «Полночь» — это книга. Это такой вот белые листочки, черные буковки, иллюстрации. Да? Она-то зафиксирована. Вы можете ее взять, прочитать. Но как вы зафиксируете то, как